строили мы, естественно, год. Нам предоставили здание этой школы. Я строила в 2007 году вместе с строителями. Предоставлено было целый год. Очень много работы велось. И проект очень красивый. Школа современная. Имеет 2 зимних сада. И имеет очень хорошие лаборатории. Интерактивные доски везде и всюду. Очень много компьютеров. И самое главное, что у нас есть еще маленький детский сад, где дети, идет эта подготовительная группа к школе. Есть дети, которые полный день остаются с нами, и есть дети, которые приходят неделю 2 раза и на обучение. Обучаются развитию речи, математика и английский язык. Почему школа называется с углубленным изучением восточных языков? Потому что мы с первого класса изучаем персидский язык. Здесь 40% детей – армяноязычные дети. С первого же класса они изучают свой родной язык. А с 9 класса вводится еще один дополнительный язык – это арабский. Но все остальные предметы, которые есть, базовые предметы, у нас как базовый, московский базовый учебный план. Так что точно так же, как есть английский, русский, математика, все уроки. Что еще интересно в этой школе? Здесь обучаются на сегодняшний день у меня 32 национальности. Я сказала уже, что 40% ребят это составляют ребята, аналогичные ребята. А есть еще ребята, которые других национальностей. Например, у меня есть дети, пакистанские дети, которые изучают арабский язык. Есть много детей, которые казахи, которые тоже им необходимо, родители решили арабский язык. И что еще очень интересно, я сказала, я даже хожу с этим, что очень много русскоязычных детей изучают армянский язык. Вот для них мы учредили стипендию. Они год получают 2000 рублей стипендию. Мы не только изучаем, скажем, армянский язык, армянскую литературу, историю Армении, но еще дети изучают традиции и культуры русского народа, древнеславянскую культуру, риторику. Это очень важно, все дети изучают это. Это очень важно, потому что они должны знать все традиции, все нравы того народа, где они проживают. Потому что Россия – это страна многонациональная. Но если человек живет в России и не знает российскую культуру, российские традиции, нравы, древнеславянскую культуру, современную русскую литературу, то это очень сложно будет этому человеку здесь жить, в России, а потом в дальнейшем получить высшее образование, оставаться здесь. Школа молодая, еще 2 года существует. Я думаю, что все будет хорошо, все еще у нас впереди. Тем более мы сохраняем традиции, которые были здесь в России. Еще в царское время тут создавалась гимназия Лазаревых, братьев Лазаревых. И я с радостью хочу сказать, я сегодня только получила фарс, что нашу школу разрешили, мы представили, что мы хотим, чтобы школу назвали имени братьев Лазаревых, так как мы продолжаем их работу. Создавалась школа на базе высшей армянской школы. Ну, она не армянская школа была, а просто школа с этнокультурным армянским компонентом, и которая плавно перешла в школу 2042 с углубленным изучением восточных языков. И мне нравится, что русские дети, русскоязычные дети, скорее, с удовольствием изучают армянский язык. Расскажите немного о каких-то внеклассных мероприятиях, о музее. У нас мы сейчас открыли музей Лазаревых, но в нашей школе действует очень интересный музей, который вообще в Москве, он единственный. Это музей имени, музей Жанны Гаспарян. Жанна Гаспарян, это достойная дочь армянского народа, которая здесь в Москве очень долго работала. Она была начальником управления образования Юго-Западного округа. Это русист, хороший педагог и действительно хорошим управлением в буквальном смысле этого слова. Во всяком случае, я уже в этом округе, начиная с 1994 года, я ни разу не слышала или не видела человека, который бы ее не знал. Вы говорили о праздниках. Вы празднуете какие-нибудь армянские национальные праздники? Либо естественно, без этого не обойтись. У нас идет... например, идет русская масленица, мы это празднуем. Еще идет армянский терендес,
Это тоже празднуем. Это фактически почти так же одно и то же, но только получается там с недели разница в неделю. Потом празднуем Пасху. И русскую, и армянскую Пасху. А в прошлом году, вот это важно, мы сделали так. Конференция у нас была, как проходит Пасха во всех народах. Значит, мы представили Пасху, как в арабских странах происходит, как Пасха идет в Иране, как идет Пасха в Армении, как в России. Еще мы даже взяли Пасху как казахских, кавказских таких народов, которые у нас, португалец у нас что-то говорит, как у них там Пасха происходит. Так что вот это было очень интересно. Ребята читали доклады, как проходит это все. Ребенок должен обладать каким-то базовым знанием русского языка? Не обязательно. Я принимаю детей, которые абсолютно не владеют русским языком, и мы с ними работаем. Если ребенок уже здесь, ребенок это посольский ребенок, или родители здесь по каким-то причинам здесь, они предоставляют соответствующую документацию и поступают в эту школу. Школа обязана им дать знания. Обязана. Обязана первым делом обучать русскому языку. И не только этим детям, мы работаем еще со взрослым населением для того, чтобы вот этот центр, который мы открыли, и взрослое население тоже, вот родители, мама, папа могут у нас обучаться русскому языку. Очень много вузов сейчас сетуют на ЕГЭ. А какое ваше к этому отношение? Вы знаете, у меня отношение не очень. Я считаю, что это вообще немножко роняет авторитет школы. Потому что я считаю, что ученик должен сдавать все экзамены здесь в школе, в обычной обстановке, а потом пойти поступить в высшее учебное заведение, куда он хочет, по программе этого заведения, и там же сдавать еще раз экзамены. Я консервативна в этих вопросах.